Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 50 тысяч рублей превысит средняя зарплата в Кировской области в 2024 году. Об этом во время послания о социально-экономическом положении Кировской области заявил губернатор Александр Соколов. В данный момент средняя месячная зарплата в регионе 46 тысяч. В некоторых отраслях промышленности, например, в производстве готовых металлических изделий, в производстве мебели, зарплата в нашем регионе превышает среднероссийский уровень. Впервые за 10 лет прирост зарплаты составил 17%, сообщил Соколов. По темпам роста в 2023 году Кировская область оказалась на 12-м месте в России. Экономика. Между Кировом и Йошкар-Олой хотят построить железную дорогу. Об этом заявил министр транспорта соседней республики Александр Герасименко, отвечая на вопрос местных жителей. По его словам, этой темой сейчас занимается глава республики. Вопрос решается на уровне Совета Федерации. Специально для этого будут созданы рабочие группы в трех регионах – Мариэл, Татарстане и Кировской области. Чиновник подчеркнул, что проект потребует очень больших финансовых затрат. В эфире «Экономика». Украсить Киров к Новому году хотят за 30 миллионов рублей. Сумму озвучили на заседании комиссии по бюджету и финансам Гордумы. Начальник департамента финансов администрации города Гульнара Сайфутдинова сообщила, что более 118 миллионов рублей планируется направить на мероприятия по благоустройству города, в том числе 30 миллионов на новогоднее оформление. Деньги будут выделены после внесения поправок в бюджет. Их депутаты рассмотрят на ближайшем заседании. Отмечу, что такой большой суммы на новогоднее оформление Кирова еще не тратили. В 2020 году после выделения на эти цели 23 миллионов власти столкнулись с большим возмущением кировчан, которые посчитали, что во время пандемии эти деньги можно было бы потратить на что-то более важное. В результате в 2021 и в 2022 годах сумму сократили более чем в два раза, до 10 миллионов. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».